Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. И сразу же я хочу, наверное, зайти на испытание и пофармить наши жетоны. Ну что, поехали. Так, 3 золотых осколка. Камень-талик. Серебро. Кунаичи. Кукла Дарума. Вы издеваетесь, да? Лисичка. Вот, 40 жетонов, ребята, только получили. О, 80, ну уже что-то. 80 жетонов, хорошо. Так, здесь мы с тобой потратили. Зайдем в магазин. Открываем бесплатно колоду. Достается нам Ванька-стиранка. Так, быстренько пробегаемся по заданиям. Пройти серию испытаний. Сюда пойдем. Сегодня, скорее всего, мы еще прокачаем на один уровень. Кого? Нашего Ваньку, да? Мы же Ваньку качаем. И сейчас посмотрим, что у нас там творится с лигой. Скинули нас или нет. Времени мало, поэтому нам нужно с тобой как можно быстрее и дальше продвинуться по лиге. Иди отсюда. Так, нейтрализатор, да? Че, бомбанет все-таки? Ты гляди-ка, а. Блин, нам надо было хильнуться. Ладно. Сейчас Майки или кто-нибудь у нас успеет, я надеюсь, сделать хил. Так, выпускаем здесь маузеров. Вырубаем Хана. Лечим наших бойцов, естественно. Так, пиццелиций минус. И остается лишь Хрип. Все, ребята, мы его тоже подбили. Замечательно. Двадцать пятого числа, ребята, выходит игруха ММО Broken Rank. Я, наверное, буду ее играть. Но, опять же, это будет у нас все на втором канале. Так, поднимите уровень персонажа. Ну, это все мы сделаем. Так, сразиться. Мы ищем на кого? На нашего пиццелицу. Где он у нас? Конечно, не пиццелиция, а вообще-то крысиный король. Пиццелицева я спутал, зашибись. Так, нам нужно найти две кружки. Так, одна. Опять не туда нажали. Вторая. Так, прокачиваем до четвертой ступени. Нашествие, так, и далее идем. Одни очки. Ну что ты, ну серьезно, что ли? Очки, конечно, у нас... Вот, все, нашли. 14 силовых ячеек крэнгов. Да, это, конечно, круто. Так, ну я буду, наверное... Все, задание выполнили. Хорош тут мудрить. Поднять уровень персонажа. У нас мало с тобой... этих ДНК, поэтому погнали на турнирку. Лига Сёгунов, 2 звезды, ранг у нас 82, поэтому надо двигаться, ребята. Надо хотя бы в Лигу Мастеров уже попадать, что это за дела. Так, 56 уровень противников, да, получается. Возьмем тогда Джастина. Ох, как мы сейчас будем рисковать круто. Раз, два, три, четыре. Я взял одного Джастина и кучу мелкашей. Теперь только надеяться на нашу удачу остается. Да в плане, Майки, ты достал. Ты как ты можешь переплевывать, извини меня, Джастина 80-го? Я не понимаю этого, ребят. Я просто этого не понимаю. Практически все врубают нас быстрее, чем... Ну давай я сюда звездану, что ли. Что еще остается делать? Давай, Джастин. Ты серьезно, ты... Этот снял негатив. Вот мы с тобой потеряли кабана. Я в шоке. Я просто, ребята, в шоке, что они тут вытворили.
Этот кабан попал под раздачу, и все, ребята, его распетрушили в трясек. Давай так вот сделаем. Вот этот вот постарался, гаденыш. Очень сильно постарался, чтобы уничтожить нам, а? Нашего бойца. Толстопуз несчастный. Да. Неудачно получилось. Ну что, такое бывает, ребята. Такое бывает. Тем более, когда ты берешь кучу слабых бойцов вместе с неподготовленным среднего класса бойцом. То есть средний класс бойца — это у нас был Джастин. Если бы ты, например, взял бы Ванюшу бы с мелкошней, такого бы не произошло, поверь мне. Ванька у нас удачный парень. Он имеет гранатомет, у него также есть пулемет. Так что смотри, что он делает. Оп, и все. Просто укладывает всех баньки. Слушай, я надеюсь, мы с тобой успеем это пройти и получить достаточное количество мутагена, чтобы прокачать нам хотя бы один уровень Ваньки. Он этого заслужил. Так, ну мы с тобой двигаемся дальше. И у нас... 15-21 не дадут. Даже можно, наверное, и... Хотя нет, дали. Так, я возьму, знаешь что? Я возьму, наверное, Усаги здесь. Ну и, естественно, мелочь. Мелочь с собой прихвачу, чтобы было ему неповадно. Поехали. Так, крутим-вертим. Так, Донни, я что-то не понял. Давай баллончик кинем. Пробьем? Пробили. Ну что, неплохо. Неплохо, но я тебе скажу следующее. Маловато. Маловато нам дают всего. Особенно вот этих вот повышенных бонусов. Именно по кубкам. Вот я заметил. А мне нужно, наоборот, их очень много. Давайте мне опять 16-21. Ведь до этого было. Вот почему они опять жмутся, а? Объясни мне. Видишь, сколько приходится рулить. Так, здесь я возьму, наверное, супер шреддера. Раз, два, три, четыре. Ну, ты понимаешь, да? Супер шреддер, естественно, здесь один справится. Мы еще с тобой даже в Лигу Мастеров не попали. А должны бы уже давно быть там. Помнишь, как мы где-то во вторник или в среду, в одной из недельки, мы уже были с тобой в Лиге Мастеров. По-моему, даже на топовом месте. Был такой момент. Так, ну что, 26-я позиция. Получается, где-то еще, наверное, поединка 2 нам надо сделать. Два поединка, и мы с тобой перейдем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Только лишь. Еще там придется побарахтаться. Ну-ка, давай, Армагон. Я, наверное, сейчас буду брать, знаешь как, проще. Буду брать Шреддера по откату и вместе с ним отыгрывать своих слабеньких бойцов. Так будет довольно быстрее продвигаться у нас сюжеточка. Так, ну-ка. Очень медленно идет прокачка. Так, 16-21, пожалуйста, дайте мне. Вот они опять за свое. Видишь? Не хотят давать сразу. Так, а в принципе здесь можно взять Леонардо. Леонардо же справится, я думаю, со своей вертушкой. Против 60-61 уровня. По идее, должен. Что-то я, правда, немножко сомневаюсь, но должен он. Так, Лео, давай проверим. Вот тебе и не задача, ребята. Лео не справился. Упс. А если так? Леонардо не справился, ребят, своей вертушкой. Не смог все-таки добить. 61 уровень ему не подвластен. Это плохо. Так, ну а мы с тобой переходим на Лигу Сёгунов 3 звезды.
И нам нужно с тобой отыграть 9, где-то 9 поединков. Это при самом удачном раскладе. 9 поединков. Раз, два, три. Ну, бойцов, я думаю, нам хватит. Мы успеем зайти сегодня в Лигу Мастеров. Одна звезда. Может быть, даже где-то займем 50-ю позицию. Ну, при условии, что мы будем с тобой брать, например, постоянно Шредера. И вместе с ним брать 4 слабых бойца. Только в этом случае. Другие тут даже не рассматриваются. Так, с 93-й позиции мы переходим на 79-ю. Так, 16-21. Опять же берем Шредера. Слушай, ну бойцов хватает пока. Раз, два, три, четыре. Бойцов пока хватает, уж не знаю, на сколько боев. Поединков 10, если мы отыграем, это уже будет хорошо. Так, ну что, жги. Отлично. Вот в Супер Шредере я никогда, ребят, не сомневаюсь. Редко, я вам повторяю, редко. Очень бывает, что он фейлится. Но это такой маленький процент. Там 1% из 100, что он может сфейлиться. А вот Джастин, или даже тот же самый Усаги, или даже Армагон. Ну, Армагон, если брать по процентовке его фейла, где-то процентов 5 того, что он может сфейлиться. Опять же, при том условии, что если он бьет врага с повышенной сопротивляемостью, если он бьет с пониженной, естественно, тут уже 100% идет уничтожение. Да что ты? Да. Ощутимая разница, да, между 64 уровнем и 55. То есть мы практически не можем нанести ему урона. Хотя если бы он был бы, например, 55 уровня, а у меня бы стоял боец 64, он бы, поверь мне, так звездярил бы, что мама не горюй. То есть вот в этом плане тут идет такая несправедливость, что мои бойцы все равно слабее, даже если высокие по уровню. Так, ну что, давай добьем. У меня же голос охрип. Да, ребята, сегодня иду опять на работу в ночь, 2 смены. Так что в ближайшие дни видосиков будет маловато. Только лишь на выходном начнем с тобой нормально снимать. Что-то действительно голос у меня. То ли водички попить надо, пересох просто уже в горле. Так, поехали. 36-я позиция, окей. Слушай, подожди, почему мне не дают 16-22, а? Вот, видишь, пока не попросишь, никто тебе не принесет, да? На блюдечке с голубой каемочкой всегда приходится самому что-то выклянчивать, выпрашивать, ролить, искать, вынюхивать и тому подобное. Так, ну что, Супер Шредер, какой там уровень бойцов-то? Кстати, 66-65, тут уже, ребята, есть опасность большущая того, что мы не будем справляться. То есть у нас не хватит мощей, да? Без поддержки завалить их. Вот я к чему. Так, ты куда... Ой-ой-ой, кому достанется? Хорошо, что Майки выжил, а? И то, наверное, благодаря тому, что у нас... Чего? Какая-то фигня выходит еще тут. Так, ладно, двигаемся дальше. Угу. 19-я позиция. Нет, давайте-ка мне уже 16-22, пожалуйста. Вот оно дело, есть такое. Ну что, здесь уже придется брать Супер Шредера, еще и Донателло. И отыгрывать уже 3 бойца вместо 4. Хорошо. Хорошо, я нисколечко не возражаю, но... Откаты пока трогать не будем. На Супер Шредера будем тратить, остальных будем брать так. Те, кто у нас останется, как говорится, тех и будем добирать. Молодец, Донни. Докромсал их. Все четенько.
Продвигаемся дальше. И... Да ё-моё, блин. Я уже думал, сейчас залетим, ага. Залетели. 16.22. Вот оно. Так, Шредер плюс Бакстер Стокман. Раз, два, три. Ну, эта команда тоже хороша. Бакстер Стокман теперь намного лучше лютует, чем он был раньше. В плане добивки он вообще великолепен. Да, тут даже не пришлось использовать волну или маузеров, потому что здесь один противник остался, и то, который упал с одного удара. Если бы даже не упал, его постепенный урон захрумкал. Ну что, наконец-то мы перешли с вами в Лигу Мастеров. Отсюда у нас уже начинается отсчет. Так, так. Ну, я надеюсь, 58 уровень взял с собой против 67-х. Это будет люто, ребята. Так, Супер Шреддер, давай не подведи. А, Майки, ну давай тогда сделаем уклонение. Плюс Шреддер сделает клинки. Вау. Иногда он меня удивляет. Просто удивляет. Ну вот как у него получилось убить всех, хотя уровень был довольно приличный. Да, там за 60 уровень. Странно. Рандом чистейшей воды, поверь мне. Так, 16.22. Ну что, давай берем. Возьмем здесь зэка. Раз, два, три. Я думаю, здесь будет достаточно бомбочки от зэка и плюс добивка Шреддера. Ну, проверим. Ну да, да. Здесь уже сразу видно, что им капсдарики на воздушном шарике. Отлично. Так, и получается у нас какая позиция? Может быть, мы успеем залететь с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды, а? Как думаешь? 65-я позиция. Мне бы сейчас... О, 17.23. Мне бы, конечно, очень сильно этого хотелось бы. Кого взять-то, кого взять? Давай, Лена. Нет. Хотя, ладно, пускай будет Лео. Раз, два, три. Все, дальше можно уже не брать Леонардо, просто берем Шреддера и команду оставшихся бойцов. Все. Не тратим откаты. Так, на всех постепенка, и Леонардо добивает. Отлично. Так, ну что? Бойцов у нас мало, да? Место у нас где-то 50-е будет. 51-е. 16.22. Ладно. Берем Шреддер. Так, 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 так. О, у нас в команде два Шреддера. Прикинь, команду сделать из одних Шреддеров. А сколько их у нас? Всего три, да? Раз, два. Еще классика. Да, три Шреддера. Не получится. Не получится взять команду из одних супер из Шреддеров. А было бы прикольно. Так, зарубили. Было бы прикольно. Такие Шреддеры стоят. Но зато можно создать команду бойцов. Это этих вредителей, или как, злых. Это Шреддер, Бибо, Прокстеди, Крэнк. Так, дай-ка мне... Вот-вот-вот, было же, блин, было 17... А, тут уже все дают спокойно, да? Тут дают уже нам спокойно 17.23. Так, так, ага. И... ладно, пускай будет. Я просто боюсь, что они по инициативе сейчас разрулят быстрее, чем я. Шреддер-то, конечно, бомбанет, тут базара нет. Майки надо вынести сразу. Е. Ускоряшки уже не будет. Так, бросаем кунаи. Лео от постепенки должен отдуплиться, по идее, хотя... Замечательно. Штабелями падают. Ну что, смотрим, какая у нас позиция. Да, мы, скорее всего, сегодня перейдем на Лигу Мастеров 2 звезды. Нам хватит с тобой запаса. Но единственное, что местечко будет где-то
90-е, 80-е. Далеко не уйдем, короче. Так, Шреддер. Блин, да ладно, неужели... Неужели... Нет, не хватит, ребята, нам перейти, к сожалению. Чуть-чуть, буквально одного поединка не хватит. Прикинь. Немножко даже как-то обидно. А я думал, что у нас там побольше бойцов осталось. А это, оказывается, вот остатки роскоши. На тебе. Так, Лео, я не... Лео хильнуться решил. Ну давай, бро, хиляйся. Ох, ничего себе, Усаги звезданул. Он 71 уровня звезданул по Леонардо 72. И отнял, ну, большую часть здоровья, как ты видел. Итак, место у нас где-то будет 15, да? 11. Ну да, я тебе говорю, одного поединка нам не хватило. Ладно, ничего страшного. Будет хлеб, да будет пища, как говорится. Поднять уровень. Сколько у нас мутаги? О, как раз хватает. Ванюш, давай. Нормально. Такс, вообще крутенько. Что у нас там по предметам? Сколько жетонов? 460. Нам нужно 530. Так, надеюсь, в следующую серию мы с тобой получаем жетонов, да? И сможем докупить ДНК на нашего бюбопчика. А монеты тратить вообще, ребята, некуда. Просто некуда. Ну что, наверное, можно и закругляться, да, друзья? Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.